Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe. Друзья, ну что ж, рад всех видеть снова. Ну вот и пришло время, в общем-то, продать любимый автомобиль Mazda MX-5, можно сказать, последний тест-драйв. Машина великолепная, конечно, машина для своего времени, для своего бюджета, для своих, скажем так, затрат сервисных, ремонтных. Она дарит потрясающие эмоции настоящего такого олдскульного небольшого спорткара. Но время берет свое, и у машины пробег уже 194 тысячи, есть масса нюансов, и, конечно, пришло время ее уже продать. У машины есть последователи, слава богу, четвертое поколение НД Fiat 124 Spider, то есть легенда живет. Но третье поколение, в свое время, когда машина эта появилась в мартовском номере Top Gear в виде маленькой заметочки, буквально стараюсь ее найти и вам показать, она, конечно, меня сразу поразила своей чистотой форм. И узнав, что она будет продаваться в России, у меня появилась сильное желание ее купить. И осенью того же года, примерно через полгода, эта мечта, в общем-то, сбылась. И эта машина отнюдь не самая мощная. Это 1.8, 126 сил. Но, поверьте, этого вполне достаточно, как достаточно и новой 1,5-литровой НДшки. 131 сила. Это очень легкое и острое такое оружие. Машину эту на полном ходу, я скажу, что довольно сложно обогнать. Довольно сложно, особенно в городской толчее, на серпантине. Это одна из быстрейших машин. Очень легкая, очень маневренная, очень низкая, с очень низким центром тяжести, очень управляемая, даже на мягкой, не спортивной подвеске. Ну вот это красивое шоссе, оно достаточно подходит на закате этой машине. Но она хороша именно как автомобиль на каждый день. То есть эта машина вполне практичная, с большим багажником для бумаг, строительной каски, папок, журнала авторского надзора. То есть это очень хороший такой спорткар, именно daily car для клерка, для офисного работника. Идеальная городская машина, при этом спортивная и породистая. Ну а в этом темном синем цвете с ней вообще не хочется расставаться. Ну и давайте выйдем немножечко на автостраду и прокатимся.
сказать, что она легко достигает скорости где-то 160-170 км в час. И это ее крейсерская скорость. Максимальная скорость ее, несмотря на паспортные 194, где-то 205-208 км в час. То есть это 200-километровая машина без сомнения. И разгон, который значится 9,4, на самом деле значительно ощущается субъективно резче и агрессивнее. И, конечно, звук, друзья, это именно атмосферный высокооборотистый двигатель, классический, не турбированный, который крутится до 7-7,5 тысяч оборотов до отсечки. Но это, в общем-то, и приканчивает эту машину, поэтому не советую слишком часто этим увлекаться. Только по праздникам, там, юбилея Владимира Ильича Ленина, 7 ноября, ну или под Новый год. Друзья, еще один стереотип, что открытые машины в России некогда ездить, да, но это абсолютное заблуждение, потому что этой машиной я в течение 17 лет пользовался с 1 марта до 1 ноября, а то и декабря, с нашими питерскими теплыми достаточно зимами, которые поздно начинаются. Вот. Ну, хранение этой машины — вопрос спорный. Конечно, лучше паркинг. Вот. Потому что причина ее продажи, коррозия, это, конечно, именно хранение на улице. Мой большой косяк. Но второй социальный аспект, да, машины вроде Boxster, там Z4, Audi TT даже, да, хотя это наиболее из них демократичная машина, они все-таки социально не адаптированные машины, да, они дороже в 5 раз среднего, как бы, эконом-седана, и в любой конфликтной ситуации они вызывают зависть, недоброжелательность на дороге и так далее, да? Ну вот Mazda абсолютно этого не вызывает, то есть это народный в России бренд, благодаря политике такой позитивной Mazda 15 лет назад. Это достаточно все-таки, это японский премиум, но это не машина, вызывающая зависть и ненависть, да? Поэтому MX-5 это вот идеально социально адаптированный спорткар, при этом дарящий все позитивные эмоции. И это не только машина для серпантина. Надо признать, что это великолепный дальнобой. То есть на нем можно поехать и в Москву, и в Финляндию много раз. Я 400 километров эти преодолевал легко совершенно на одном дыхании. Это идеальный летний друг, да, то есть эта машина хороший друг, сел и поехал. Никаких приготовлений, каких-то ритуалов. Сел, вышел из дома и поехал. Ничего не нужно, она не требует какого-то к себе танца с бубнами вокруг себя. И это очень удобно каждый день. Ну и летом она просто великолепна. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains. Абсолютно все на месте, все починено. Вот цвет Ника Блю, в котором она сразу появилась во всех журналах в 2007 году, вышла на наш рынок. И для 7.8 диски все-таки 15, на мой взгляд, маловатый. Нашли такие сертификаты. На мой взгляд, очень похожие на оригинал, немножко большим вылетом.
Так что вот эта машинка, она продается, и сейчас мы ее продажей, как говорится, все время подошло, выдать ее вам 17 лет, это возраст, когда мы будем уже замуж. Take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell, echoing the wind of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made. Sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering sounds of silence.